Здравствуйте. Так, собираем деньги на новую детскую площадку. Собираем деньги на ремонт новой детской площадки. Собираем деньги на кодовый замок. Собираем деньги на Матис. Для меня. У вас есть соль? Можно немножко? А можно попросить у вас сахар? А можно еще одолжить ваш казан? Можно одолжить еще вашего мужа? Пожалуйста! Извините, а можно, чтобы ваша собака не лаяла, а то у меня дети спят? А можно, чтобы ваши дети не шумели, а то у меня собака спит? А можно музыку не так громко слушать, а то я концерт миллион не могу посмотреть? А можно подъезд не убирать, а то моей жене нечем заняться? Джамшит, а ну быстро домой, обед готов! Джамшит, а ну быстро домой, темнеет уже! Джамшит, а ну-ка не бегай! Джамшит, а ну-ка перестань орать! Эй, дети! А ну-ка не играйте возле моей машины. Молодён, может вы пыль из ковра будете в другом месте выбивать? А то я машину только вчера помыл. Окей? Пожалуйста, в другом месте курите, а то еще краску испортите. Вот, идет весь в татуировках. Точно наркоман. Хо, а это разоделась, накрасилась. Точно на свидание с наркоманом идет. Опять рэп слушает. А они там про наркотики поют. Точно. Молодой человек, а вы к кому пришли? Молодые люди, а вы с какой махале? А чья это тут машина стоит? Уж второй день. Странно. Ты знаешь, что муж не горы гуляет? О, еще как! Говорит, что в чайхану едет, а сам... Да, она хороша. Все время с кем-то по телефону говорит. Точно, с мужиком. Сейчас, подожди. Ассаламу алейкум. Как дела? Как там, хочаки? Шляхшим? Нигляхшим? Как дела с торговлей? А ты почему продали? Какого цвета кобальт заказали? Вам отопление дали? Понравилось видео? Поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео. И не забудьте написать в комментариях, какие типы соседей есть у вас. Ты знаешь, что муж не горы гуляет? Да, еще как! Ой!